Есть? Угу. Вот такая у нас редакция теперь будет. Здорово. Да не, никому я не приглашал. Да никому я не приглашал. Страшно, конечно. Поэтому я и подумал, что я должен всего дома всегда хранить, а? Хай люди видят. Дома это нельзя. Хай люди смотрят, правильно? Дома это хранить нельзя. Ну, я понимаю Олю, потому что она, конечно, и так... Нет, а уже... Если, нет, я ее так немножко открыл, что это будет. Угу. Но она же знает, что я последние два года занимаюсь. Ну да. Но мне кажется, ты больше, чем два года. Нет, два года. Ровно два года. Ровно два года. Так мы как-то привязывались к этой теме. Ну а конкретно... Ну я хочу сказать, это первый, как я всегда делаю, первый. Ну не то, что там в Николае, а я думаю, в Украине первый музей. Ну вот будем... Ну, я мало показала, в интернете сейчас появился ролик, когда парни дельфинов убивали, показали море в Дании и фотографировали сейку, красное пятно в море. Спрашиваю. Сколько можно? Спрашиваю. А как оказалось, это дельфинов просто, это у них какое-то там прибило этих дельфинов несчастных. И они просто вот... А дельфинов? Да. А ну подожди, про дельфинов. Видел, да, в Дании убивают. Зап идет. Угу. Все, вот это сейчас будет.
это страшно. Включай. Включай. Про дельфина. Что ты знаешь про дельфина? Наша же выставка называется «Пионеры дельфина». Юра, показали в интернете, что происходит в Дании. Показали, значит, ради съемка сверху. Когда море... Вижу, люди пришли, все. Когда море кровавое. Подходите, девочки, послушайте. А потом показали... Ну, а знаешь почему? Нет. Знаешь почему? В Николаеве есть такое уникальное, еще раз повторю, потому что каждая серия, чтобы это было слышно. Раз уж есть такая уникальная личность в Николаеве, Юрий Юрин, это как бы первый шаг. Но это первый шаг моей 12-шаговой такой программы, которую мы там разработали, 12 шагов. Для любого города ее можно делать. Ее можно делать, что в Вознесенске, что в Первомайске, что там в Херсоне. Первый шаг это должен найти человек, который должен сказать, что один в поле воин. Вот как я, один в поле воин. Все. Второй шаг, это, у него должна быть команда дельфинов. Почему мне очень понравились дельфины? Дельфины, знаете, вот кто что знает про дельфина? Дружелюбные, помогают, еще что? Лечат, еще что? Не знаю. Кто еще знает? Веселые, что еще знаете? Вот обратили внимание, что на всех моих логотипах дельфины? Обратили? Что еще вы знаете про дельфинов? Мы здесь вообще будет музей дельфинов, кстати. Если дома у кого-то что-то есть про дельфинов, все приносите. Вы дельфины все. Вы все будете дельфинами.
Еще самое главное у дельфинов, ну есть еще не очень главное, но это ну, верность там, все. Они спасают, вот видели в интернете мертвые дельфины, там их всех их порезанные они, такие известные фотографии, там куча. Я сразу сам не понял, а что их там порезали. А они спасают косяки рыб, когда сети ставят сети, и они косяки рыбы уводят. И теперь понятно, почему их убивают. Понятно? Но еще это не самое главное. Самое главное, дельфины не боятся акул. Вот это самое главное для дельфина. Вот в моем понимании. Поэтому вы должны будете не бояться акул. И при этой работе, ну, акулы будут. Акулы будут. У вас даже могут в семье вас не понять, если у вас кто-то из там мама, папа курят, пьют, нет. И они вас будут говорить, выпей, а ты будешь говорить, а я не пью, закури, доча, а я ж не курю. И она будет, ну дай бог, чтобы у вас такой ситуации не было. Я такие ситуации знаю. Я знаю такие ситуации. Ну и другие акулы, которые встретятся на нашем пути, спрашивайте. Мне тогда уже будет не страшно, потому что мне одному как-то даже страшновато. Ой, да там. Ну, не вопрос. Я быстро расскажу. Третий шаг. Мы должны будем провести. Вот эта команда, мы должны будем провести большое общегородское родительское собрание. Чтобы в каждой школе было представительство родителей против наркотиков. И сегодня каждая школа должна, не так, как вот Алексей не даст соврать, Воронцов, золотое перо города Николаева, журналист. Одно из золотых перьев. Значит, не так, как мы тогда, в прошлом году, 4 месяца обсуждали 20 метров пива не продавать детям, или 50 метров, с пеной у рта. Я еще только начинал тогда, я как-то скромненько сидел, как в уголочке слушал все это, даже вопросов никаких не задавал, что тема как бы не моя тогда была. Но с пеной у рта. Какие